На западе Германии обнаружили три места, где в конце войны были расстреляны сотни подневольных рабочих, угнанных из Советского Союза и Польши. Массовые казни проходили в этих местах в марте 1945 года. Большинство расстрелянных – женщины. Причиной массовых казней стали опасения нацистов. Советские войска уже были близко, и немецкое командование боялось, что рабочие устроят бунт.